15 февраля 2013 года в Челябинской области упал метеорит. Большинство жителей города охватила паника, но самые отважные успели сделать уникальные фотографии. И 4 года спустя в Южноуральском госуниверситете открылась фотовыставка. Она посвящена годовщине этого события. Вы знаете, я проходил мимо, и мне очень понравились вот эти кадры. Я их первый раз вижу, они еще так сфотографированы интересно, под разными углами. Как люди собирают, вставляют окна, ремонтируют там ставни. Думаю, дай-ка посмотрю, остановлюсь. Заинтересовало. Приезжают специально люди из других стран посмотреть на этот метеорит. Все-таки людям интересно, люди его изучают. На выставке присутствовали не только фотографы и зрители, но и очевидцы падения метеорита. Несмотря на то, что прошло уже несколько лет, они помнят даже мельчайшие детали. У меня это было просто какая-то резкая вспышка. Я подумала, что это, ну, наверное, самолет упал или что-то такое. И стало резко темно, потом резко светло. Это было, ну, очень удивительно. Потом начали появляться новости о том, что в Челябинске выбило все окна везде, особенно в Юргу. В принципе, это неплохая идея в будущем сделать выставку о том, ну, о падении метеорита. Выставка продлится до 20 февраля в фойе 3-го этажа главного учебного корпуса. Также узнать больше о падении метеорита можно из мультимедийного лангрида «Жил-был метеорит» от факультета журналистики ЮРГУ.